Всем привет! Сегодня на обзоре у нас вот такой вот консервный нож с китайского сайта AliExpress. Пользуюсь я им уже полтора года, без нареканий. Общий вес данного ножа 187 грамм. Длина 203 мм, ширина 55 мм. Данный нож служит для открывания консерв всех видов, а также бутылок. Как заявлено производителем, продавцом, материал — это нержавеющая сталь. Вот, можете видеть, никаких дефектов я не выявил. Данный нож можно брать с собой в путешествие, пикник, поход, а также использовать дома. Давайте попробуем открыть какую-нибудь консервную банку, чтобы наглядно продемонстрировать, как данный нож с этим справится. Так, легко входит в поверхность банки. Таким вот образом. Но от данного ножа я в восторге, так как пробовал различные другие ножи других производителей. Либо где-то что-то гнется, либо отваливается. Этот нож показал себя с лучшей стороны. Думаю, на этом заканчиваем обзор. До новых встреч, пока!